Доброе утро, с вами доктор Влад. Я сегодня что-то пораньше, только еще светает. Ну, так получилось. Смотрим погоду. Погода 18 градусов, днем будет 23. Сейчас как-то вот погода вот ровно в течение суток. Не прыгает особо. Ну, хорошо. Так, это-то хорошо, а вот смотрим дальше. Мощный ураган Хелен обрушился на побережье США, принеся с собой наводнение и разрушение. Скорость ветра достигала 225 километров в час. Более 3 миллионов человек остались без электричества. И вот тут видео с Флориды. Вода, вода, кругом вода. Мне уже пишут с Флориды. Ну, наши. Я имею в виду, ну, как сказать, фолловер, ну, те, кто смотрит меня, зрители. Да, во Флориде тяжело сейчас, держитесь. А вот Yahoo News передает, по меньшей мере 40 человек погибли в результате шторма. Шторма. Блин. Там дальше уже пишут, что 50 человек погибло. Это в Америке-то погибли. Ужас, ужас, ужас. Кошмар. Флорида, Джорджия и обе Каролины. Да. Опс, открыл с утра новости российские. В 65% косметики в России обнаружили опасные вещества. Можно травить, да. В перечне веществ содержится 1680 наименований, которые запрещены к использованию в продукции. Девчонки, чем мажетесь-то, а? Ужас. Так, Краматорск. Рашистские выродки бьют авиабомбой по жилому дому. Кошмар какой. Армия РФ в ночь на 27 сентября атаковала юг Одесской области. Под ударами дронов оказался город Измаил, где находится порт на Дунае. Так, есть погибшие, раненые. Так, в Харькове опять жилой дом разрушен. Так, а это что у меня? Спрашивает, робот я или нет. Это какой-то российский сайт. Да господи, и что они спрашивают? Так, а, это знаете что? И что? Прям проверяют, проверяют. Умерла британская актриса Мэгги Смит. Вот ёлы-палы. Она играла в каком-то сериале, а я его не смотрел. Мэгги Смит. Ну, в общем, сейчас посмотрю, что сериал. Гарри Поттер. И сколько ей было? 89. Откуда-то мне лицо знакомо. Да, я Гарри Поттера не смотрел. И это самое, книгу не читал. 89 лет. Твиттер ею, ну, как говорится, битком набит. Все вспоминают. Ну, в общем, такая приятная очень тетя. Умерла, так, сообщили об этом сыновья артистки. Встретила свой последний час в кругу друзей и семьи. Да. А кого она играла-то? Минерва МакГонагалл из франшизы о Гарри Поттере. Какую-то волшебницу. Я даже понятия не имею, о чем этот Гарри Поттер. Не знаю, что-то не пошло у меня. Опа! Три российские самолета получили предупреждение, что будут уничтожены. Нифига себе, летели, прилетали над южными регионами страны и получили предупреждение: вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены. Нифига себе,
Но они долетели, приземлились. Что-то странно мы как-то живем-то, а? Так, взрыв произошел в екатеринбургском трамвае. И что взорвалось? Шина взорвалась. У них шин-то нету, трамваев. Нет. Произошел взрыв газового баллончика в трамвае. У пассажира в кармане. Нифига себе. Екатеринбург. Так это что такое? Взрыв на автозаправке в Махачкале. Очень сильный взрыв. Блин. И там погибших. Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале увеличилось до 10. А я сегодня с утра тут мелькал, уже там 13 или 14 человек погибших. Нифига себе, ахнуло. Да, дальше. Опа, вертолет крушился. Сокрушился вертолет. В Архангельской области нашли тела двух человек. Наверное, на охоту летали. В 5 километрах от деревни Бычье. О, там был целый депутат городской думы и местный бизнесмен. Отмечалось, что экипаж вертолета не имел разрешения на полет. Да точно на охоту летали. Так. О, вот интересно, на Твиттере пишет наша Канада. У страны террориста не бывает посольств и консульств. Все российские дипломаты, в кавычках, это шпионы и наркоторговцы. Да, в общем, так оно и есть, ребята, да. Ну, это я уже твиттерские новости. Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон и центр прогрессивной мысли для студентов. Тут сразу комментарий. Короче, берем у России кредит 1,3 миллиарда. Потом берем iPhone, наклеиваем туда надкушенную картофельную. Да. Так, ой, ребят, вот это ужасная новость. Вот вы не представляете, через что мне приходится продираться, пока я собираю вот эту информацию. Прям тошнит и плююсь. Ну вот, вот смотрите, вот это я вам прочитаю, пускай вы тоже поплюетесь. На Сахалине школьников собрали в актовом зале, и показали видео процедуры аборта. Вы представляете себе, а? Так, шина лопнула у самолета Як-40 на взлетно-посадочной полосе во Внуково. Уже даже завода того давным-давно нет. Вот в Саратове был завод «Комбайн», который выпускал эти Яки-40-е. Они все летают. Шина лопнула. Да, вот кто-то пишет, Як-40 перестали выпускать в 81-м году. Так, дальше. Это что такое? Индия отказывается от закупок российского сжиженного природного газа. Все, до свидос. Не будем покупать. Ну и хрен с ним. В правительстве предложили отправлять женщин на работы в шахтах и рудниках. Комментарий. А потом рожать. А потом опять в шахты и на рудники, и опять рожать. Так, дальше. В лесу под Питером пожилая женщина устроила перестрелку из-за грибного места. 74-летняя жительница Ленинградской области собирала грибы в лесу у поселка Западные Лица и встретила еще одну пожилую любительницу грибов. На вид 65-70 лет. По ее словам, незнакомка молча достала пистолет ОСА, я не знаю, что такое, несколько раз выстрелила и скрылась. Так, стрелявшую нашли. Кошмар. Опса, а это что такое? Украинский ударный беспилотник «Сокел-300» с дальностью полета 3300 километров. Вот украинцы беспилотники делают вовсю.
Так, Китай намерен восстанавливать практическое сотрудничество с Украиной, являющейся для него стратегическим партнером. Заявил это кто? Заявил глава МИД КНР Ван И. Ничего себе! А что же Россия-то? С Китаем. Китай с Украиной теперь будет, да. Так, туареги, я не знаю, кто такие туареги, в Мали начали активно применять дроны для сбросов взрывчатки на позиции ЧВК «Вагнер». «Вагнер» в Мали, и на них туареги. Получите. В Германии 3 человека приговорены к тюремному заключению за экспорт сотен дорогих автомобилей в Россию через Беларусь. Ничего себе! Так, секретная служба США и полиция Нью-Йорка, все сразу, находятся возле Трамп Тауэр, ну, башня Трампа, во время встречи Зеленского с Трампом. Да, они встречались. Я видел ролик, вот когда они идут только встречаться. Оба унылые. Так. Ну, ладно, там что-то у меня дальше будет. Ну, ничего толкового, конечно. Вроде Трамп собрался в Украину лететь. Да, ну, он дебил. Сегодня в Украину, завтра в Японию, скажет. Так, правящая партия в Японии, кстати, Япония, выбрала будущего премьера. Ну, хорошо. Так, сына чеченского миллиардера Бажаева выпустили из-под ареста после избиения полковника полиции. Можно избивать полковников полиции, оказывается. Я не знал. Так. Присоединение Турции к БРИКС не означает ее отказ от НАТО. Это Эрдоган заявил. Комментарий: несите еще один стул. Он будет и там, и там. Вот такой самый хитрый. Так, Госдура ратифицировала соглашение с Таджикистаном о строительстве школы для одаренных детей. Россия берет на себя не только строительство школы за 4 миллиарда рублей, но и ежегодное содержание в размере 800 миллионов рублей на безвозмездной основе, то есть даром. Они там совсем долбанулись, что ли? Ну, не знаю. Я говорю, вот такая чушь. Эксгумация останков Федора Михайловича Достоевского выявило наличие в костях и волосах великого русского писателя значительное содержание тетрагидроканнабиол. Ну, это каннабис. Каннабис, травка. Оказывается, Достоевскому папиросы всегда приносил одноногий дворник Пантелеймон, который покупал их у купца Смородинова в его лавке. Ну, тут, значит, на кузнечном рынке, я понятия не имею, где это вообще. Смородиновы, дабы пристрастить клиентов своей продукции, значит, добавляли в табак каннабис, ну, травку. Распробовав такой товар, курильщики на другой уже и не соглашались и становились постоянными покупателями. Данные о таких добавках недавно обнаружили в складских книгах семьи Смородиновых. Так, где купцы брали марихуану, не уточняется. Теперь исследователям творчества Достоевского стало понятно, откуда великий литератор черпал вдохновение. В день писатель выкуривал не меньше 7 папирос. А работая над «Идиотом», Федор Михайлович доводил число папирос до 15. Обкурился, оказывается. Вот блин. Ладно, хорошо. Но он умер давно уже. Так, вот, интересно, опять наша Канада. Они вечно воюют, они ничего другого делать не умеют. А в перерывах между войнами они стоят в очередях
за гуманитарной помощью. Вы прослушали краткий курс истории России. Да. Так, «Газпром», который возглавлял список Forbes самых прибыльных российских компаний, в 2024 году не вошел даже в топ-100 рейтинга. Да, «Газпром» вообще в попе, как говорится. Так, «Армения готова изменить конституцию ради мира с Азербайджаном». Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Вот так вот. Интересно. Так. Летом иранские хакеры взломали штаб Трампа и слили журналистам внутренние документы. Нифига себе. И вот больше большие медиа несколько месяцев их не публиковали. И сегодня один из журналистов выложил досье у себя, досье на Трампа, да? Маск тут же его забанил. Ага, вот это на Твиттере, да? Угу. Так, что еще? Российских студентов в новых учебниках учат, что Крым и другие оккупированные регионы Украины – украденная у России территория. Трамп сообщает, что Путин хочет остановить войну. В последнее время много высказываний Трампа, у меня тут будут еще покруче. Ну, конечно, Вова хочет, а вы мешаете. Так, в Ливане хаос. Христиане отказываются дать приют сторонникам Хезболлы, а те пытаются силой ворваться в дома христиан. Вон, заборы ломают и лезут. Так, что еще? Президент Зеленский отметил, что у них с Трампом, ну, они встречались, общий взгляд на то, что война должна закончиться, и Путин не может победить, а Украина должна победить. Трамп заявил о своей готовности работать с демократами для достижения мира. Да ну он, его слушать? Ну как Путина слушать? Так, уровень бедности в Аргентине при президенте Милее превысил 50%. Ну тот самый Милей вот с бензопилой, ну он сумасшедший. Ну точно. Ой, ну ладно, хорошо. Аргентина, это далеко. Даже от нас далеко, от вас-то. Так, Израиль, вот это вот, ну, собственно, главная новость. Израиль уничтожил главный бункер Хезболлы в Бейруте. В бункере в этот момент могло находиться все высшее руководство Хезболлы, включая ее лидера Насраллу. Вот так вот долбанули Израиль. Так, Израиль, вот тут еще... Для убийства Насраллы сбросил на бункер в Бейруте 80 бомб. 80. И вроде нет Насраллы. Никак с ним не могут связаться. А с кем там связываться? Он его на атомы разнесло. Индия присоединилась к санкционному удару по российскому проекту «Арктик». Ну, опять это газовый какой-то. Опять Индия, хорошо. Так, по закону о запрете пропаганды child-free, ну то есть без детей, да, в школах перестанут говорить о методах предохранения и абортах. Как перестанут, вон показывали аборт. Ну ладно, а в СМИ и интернете запретят рекламировать противозачаточные средства. Привлекать могут даже за разговор о тяжелых родах. Так, а вот я вам уже говорил, что вот на Андронном коллайдере работали русские, и их с 1 декабря оттуда выгоняют. Да, по информации издания, ЦЕРН, ну вот это вот коллайдер, вот эта организация, разорвет сотрудничество с сотней российских ученых. Так, и дальше здесь интересно, будет российский Андронный коллайдер, а разгонять частицы будет Росгвардия. Ну, им не привыкать разгонять. Так, вот теперь, ага, Трамп, его очередное заявление. Ребята, если вы стоите, лучше присядьте.
Вот его заявление. Сейчас в ряде штатов законы разрешают рождение ребенка из утробы матери на 9-м месяце. Это неправильно. Это должно измениться. Главное, законы штатов разрешают. Так, что еще? Под Тамбовом горит территория войскового полигона. Что-то горит. Ну и хрен с ним горит. А, вот интересно, Израиль заранее не сообщал США, что нанесет удар по командному центру Хезболлы. Правильно, они поставили перед фактом. Министр обороны Израиля Йоав Галант позвонил главе Пентагона только в тот момент, когда истребители F-35 произвели сброс противобункерных авиабомб. Ну, правильно, нечего предупреждать. Те передадут сразу в Хезболлу. Везде шпионы. Последнее у меня что? А вот последняя интересная новость для моих сверстников. Очень интересно. В Швеции бабушки и дедушки теперь получают от государства денежное пособие по уходу за своими внуками. Во как! Атас. Ну ладно, пока. С вами доктор Влад и Рыжая команда.